Итак, всем доброго времени суток, с вами канал Мир Вокруг Трилобита, наша традиционная рубрика «Забавные животные», и мы сегодня с вами снова погрузимся в мир членистоногих, то есть насекомых. Да, у нас не паукообразные, не многоножки, а именно лесной клоп, обыкновенный лесной клоп. Вот он. Так интересно здесь ползает, демонстрирует свои такие внедорожные качества. Мы, кстати говоря, с вами уже встречались с лесным клопом, только тогда он был зеленого цвета. Тогда как раз вот на двери Nissan Murano я вам его показывал. И это, по-моему, видео от 2016 года или 2017. Можете посмотреть у нас в «Забавных животных» или в «Хрониках Nissan Murano». Есть про него короткий такой рассказ, да, вот про обычного такого лесного клопа. Вот здесь у нас в этот раз представитель данного вида насекомых. Абсолютно безопасен для человека. Конечно, когда он чувствует опасность, испускает такой запах, такой рисковатый, скажем так. Но многим, кстати говоря, становится слегка так невмоготу, когда они вдыхают аромат выпускаемого клопом газа, то есть у людей начинается такой приступ тошноты легкой. Но это опять-таки, если клопа пытаться как-то поймать, то есть его так напугать, да, вот, какие-то к нему действия такие проявлять активные. А так, в принципе, насекомые очень мирные, дружелюбные. Кстати говоря, человек, он не кусает лесной клоп, это не тот клоп, который питается какими-то, да, такими вот укусами болезненными. Абсолютно мирное животное, забавное. Так что, если его встретите, сразу же не давить, не бояться, не бежать. Посмотрите за ним, понаблюдайте. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет, до новых встреч. Пока.